В бассейне без вкусностей? Никак. Добрый день. Привет. Так, показывайте, что у вас в сумочке. Печенье. Конфеты. Никакой еды в бассейне. А вы что там прячете? Отдавайте сюда. Прощайте, вкусняшки. Еда, напитки есть? А ну-ка развернитесь. А это что? Это баллоны для дайвинга. Понял. Все в порядке. Ни одна конфетка не пройдет. Моя маленькая хитрость сработала. Такой дайвинг мне нравится куда больше. Со вкусом апельсина. Хороший мяч. Мой мячик. Следующий. Конфет нет. Ладно, проходите. Ничего себе! Какая девушка! Что только не придумают девчонки ради вкусного перекуса у бассейна. Обожаю фрукты. Даже самый строгий охранник тоже любит конфетки. Интересно. Сколько вкусняшек! И все они мои. Да я везунчик. Девчонки, наш план сработал. Какой наивный. Эй, ой, сладостей нет. Повернитесь. Что? Святой Аквамен! Стоять! Что ж, это была хорошая попытка принести свои конфетки. Но любой гипноз имеет свойство заканчиваться. Как не стыдно! Ой, мамочки, тише. Не желаете ли перекусить? Вау, дайте мне шоколадку. Платите за нее своей кепкой. Держите. Может, еще что-нибудь? Хорошо. Приятного аппетита. Мой смартфон. А, ладно, оно того стоило. Продажа снеков голодным пловцам может быть прибыльным делом. У меня для вас специальное предложение. Спасибо. Ваши часики, пожалуйста. Вот ты и попался, хитрец. Пойдем со мной, бизнесмен ты наш. Отлично. Мне достался бесплатный перекус. Вкуснятина. Давайте сюда печеньки. Но это мое! Еда в бассейне запрещена. Стоять! Все отдавайте. Сладкие напитки проносить тоже нельзя. Да он не совсем сладкий. Нельзя. Повернитесь. Вкусняшек у меня нет. Проходите. Какой странный жилет. Мой коварный план сработал на отлично. Теперь можно перекусить. Да, о таком жилете можно только мечтать. Может, перекусим? Тихо спрячь его.
Есть в бассейне запрещено. Не забыли? Нет-нет, мы помним. Супер! Она ничего не заметила. Скорее, дай мне кусочек. Держи. Какое лето без сладкого арбуза? Привет! А у меня сегодня день рождения. Поздравляю! Где еду прячете? Еды у нас нет. Какие хорошие ребята! Пора отмечать! С днем рождения, Мэри! День рождения – праздник, который нельзя проводить без вкусняшек. Пронести конфеты в шариках – отличный лайфхак для именинницы. Ну вот, все готово. О, тяжелый. Стоять. С напитками вход воспрещен. И сладости проносить тоже нельзя. Давайте конфетки мне и можете проходить. Добрый день. Я здесь спасателем работаю. Круто. Проходите. Мой лайфхак сработал. Теперь можно насладиться своим прохладным напитком. То, что нужно. Девушка, у нас запрещены еда и напитки. Я свой коктейль не отдам. Как хотите. Добрый день. Какая у вас необычная шапочка. Проходите. Это ж сколько там волос. Плыви скорее, милая. Я уже умираю с голоду. А вот и наш маленький клад. Вкуснятина. Не бойся, Мия. Кто не рискует, тот не ест вкусняшки. Вперед! Добрый день! Это еще что такое? Давайте сюда! Вы злой! Здрасте! Можно идти? Минутку! Это всего лишь мой матрас для плавания. Хорошо! Проходите! Где моя шоколадка победителя? Сейчас я тебя съем. Привет, у тебя столько сладостей. Не поделишься? Ладно, держи. Класс! Спасибо. Победа становится еще слаще, когда ее есть с кем разделить. Эй, я пошла? Только без еды. Погодка супер, правда? В бассейн с едой нельзя. Ладно, ладно. У меня еды нет. Я правила соблюдаю. Проходите. Отлично. Он поверил. Моя шляпка. Ты меня выручила. Я вас с едой не пущу. Но, может, таковы правила. Это нечестно. Добрый день. Какое небо голубое. Ага. Вот теперь проходите. Вау. У вас шикарная прическа. Приятного отдыха. Ох уж эти девчонки. С ума меня сводят. Это было просто. Пора
перекусить. А можно и мне клубничку? Угощайся. Спасибо. Какой красивый фруктовый способ обмануть охранника. А какой способ попробовал бы ты? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!